Всем привет! 31 октября. И спрашивали про воскотопку. Сказали, пожалуйста, сними видео про воскотопку. 30 рамок входит Цандера. То есть это практически рут по размеру. Мы видим тут вот два испарителя, если их так можно назвать. Ух, поперло. В общем, сейчас подостынет и продолжим. Хотя мы не будем ждать. Я открою край. Сейчас подача. Подача у нас автоматическая. Но вот если я следующую воскотопку буду делать, я сделаю чуть выше сброс. То есть вот это низ бачка. Внизу под воскотопкой приварен бачок. Маленькую конструкцию мы изменим. Так, я добавил воды и как бы остудил ее. Видите, вот два сифона или как назвать. Ну надо варить раз, два, три, чтобы было. Чтобы весь низ продавливал. Хотя и так работает отлично, но это мои такие сугубо личные мнение. И подрамочное пространство, она немного выше. Не само подрамочное пространство, а именно где воск собирается. Потому что когда я много топлю и натапливаться много не успевает уходить, и он сверху воск стоит и смертой смешивается. Это не есть хорошо. То есть низ должен быть немного выше. Вот видно, да, давайте. Рамка вешается вот так. И поэтому можно немного поднять. Сантиметр бы я еще поднял. И было бы вообще отлично. Вот, когда я чищу рамки, я просто в сторону сбиваю мертву, допустим, вот сюда вот так она набивается. Вот эта вот мертва вся, которая тут стояла. А сейчас я перестал топить, я ее вот таким вот образом разложил, закрою, растоплю и все. Ну вот, рамки вот такие вот получаются. Я их чищу так, ну не сильно хорошо, но чищу. Тут у меня стоит Вашкессель по-немецки, или Вурскессель называется. В общем, казан по-нашему намалирован. И вот в нем я раньше мыл в подвале. А сейчас мы сюда все это вытащили. И вот, не знаю, помою я, не помою рамки. Ну, планирую, как бы уже зима на носу. Как оно что выйдет, я не знаю. Что мне нравится в этой печке? Что я могу сжечь весь мусор, который у меня есть. То есть, то, что с деревьев настриг. То, что палеты сгнили. Короче, она жрет все. Все, что хочешь, и размер дров не имеет значения. Сейчас у нас в процессе вторая воскотопка, еще одна воскотопка встанет с этой стороны. Но вообще, как бы мы отсюда уберем, потому что дом будет строить на следующий год. Мы поставим с этой стороны, и получится одна топка, как бы в одну трубу. Так вот я планирую, не знаю, как выйдет. Еще не определились, как модель, смоделировать воскотопки. Ну, уже примерно знаю, что я хочу. Вот, и все будем там дальше делать. Что уже тут дом если построят, кому-то понравится дым или еще что-то. В общем-то, так как-то по воскотопке. Я не знаю, я доволен. Тот-то говорит, там мертва, еще что-то там. Я за эти граммы воска, которые там остаются, бороться, честно говоря, не собираюсь. А меня устраивает то, что тут минимум грязи. Вот, по выходу я посчитал, меня это устраивает. Если там 20 грамм или 10 грамм с рамки больше будет, да, ее это столько волокиты выжимать и все прочее, это... Короче, я доволен тем, что у меня есть. Это вот сейчас я мертву-то сгреб вот в эту середину, в желобок. Сейчас воскотопку накрою, просто утеплю ее. Надо вот тоже варить чуть побольше, как-то делать. И утепление главное, чтобы было. Это самый важный фактор. Разожгу ее, пошарахаюсь туда-сюда. И поеду домой, она будет топить, сколько вытопит. По самой воскотопке вот это бачок, он приварен просто снизу, и с него выходят уже вот эти два отвода, откуда пар идет, и вот отвод для подачи воды. Остается приварить второй отвод для того, чтобы было видно уровень воды, уровень наполняемости, чтобы не выкидывало воду лишнюю. Вот это вот проблема, когда ты перельешь, начинает выкидывать, когда закипает. В данный момент я накидал дров, и вот это вот все давит стой мертвы, которая осталась в воскотопке. Как бы вот так вот выглядит все. И все. Я поехал домой сам. Что выйдет, то выйдет. То, что не выйдет, сгорит потом.